Здравствуйте! Мы члены управляющего совета школы номер 1191. Наша команда «Мы рядом, мы вместе». Наша школа номер 1191 уже 5 лет принимает участие в проекте «Профессиональное обучение без границ», образованной департаментом образования и науки города Москвы. Знайте, воспитанники 9-10 классов проходят бесплатное обучение в столичных колледжах. Вместе с аттестатом они также получат свидетельство о профессии. Профессиональное обучение без границ – уникальный проект, где старшеклассники получают профессию совместно с обучением в школе. Давайте поговорим с теми ребятами, кто уже получил свою профессию. Виктория, Ярослав, в каком вы классе и какую профессию вы получили? Мы учимся в 11 классе, а еще? Мы, вожатые, получили документ в МГПУ и работали летом в лагере с детьми. Ребята, расскажите нам о вашей профессии. В прошлом году мы получили профессию оператора электронно-вычислительных машин. В дальнейшем мы имеем возможность работать с новыми программами и узнавать все более нового в сфере IT. Также я считаю немаловажным то, что эта профессия развивает в тебе аналитические свойства. И этим она становится интереснее. Хоть мы еще и не пытались устроиться на работу по данной нам профессии, но мы уже активно используем знания, полученные в учебе и в личной жизни. В будущем мы обязательно попробуем себя в этой профессии. Уважаемые родители, мы по школе дежурим, проводим субботники, следим за порядком, занимаемся спортом, танцуем и поем. И это тоже трудовое воспитание.